Здорово. Слушай, у меня тут какие-то проблемы с этой Сигмой 50 мм артом. Вот. Где-то дня 4 назад у меня перестал работать автофокус почему-то. И потом он заработал. То есть ни с того ни с сего. Сейчас он снова не хочет работать. Вот, попробовал на двух камерах уже. И, короче, вот. Сейчас не хочет почему-то. Попробую как-то видео записать себе, чтобы. Надеюсь, понятно будет. Допустим, на бесконечности стоит, да, чтобы видно было. Видишь, и не снимает. Ну, я записываю в Live View, да, как бы, но через Viewfinder это то же самое абсолютно. Хочу включен автофокус, все включено. Вот, такие дела. Короче, ну не хочет, ну вообще никак. Такс. Могу поставить на другую камеру. Ну, давайте сейчас покажу, что здесь. Как бы. Что здесь работает все нормально. Вот. Короче, тут все работает. Короче, сейчас я его включил, поставил на другой фотик, и вот он сначала нашел фокус. И снова не хочет. Ну, хоть убей, не хочет. Вот только поставил, он что-то заработал. Даже, блин, вот не знаю, что делать. Пробовал уже тыкать и включать. По-разному. Такие дела. Не знаю, что делал, блин. Вот 4 дня назад такая же хрень была, и, блин, у меня там что-то съемка была еще. И потыкал-потыкал, он типа начал работать как-то. И вот снова не работает. Что делать?